партнеры проекта – Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева, Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Екатерина Разбирина и Дмитрий Заграничный. Студенты Чувашского госуниверситета. Катя сильна в медицине. Она будущий врач. Дима на отлично разбирается в современных технологиях. Он учится на программиста. Вместе они свернут горы. Любовь Лакман и Роман Исаев учатся в педагогическом университете. Оба будущие учителя музыки. Вместе поют, выступают на сцене, вместе участвуют в телепроекте. Сработанная команда будущих педагогов. Светлана Феофанова и Дмитрий Орлов. Будущие управленцы, государственные и муниципальные служащие. Они студенты Чебоксарского филиала РАНХИКС. Выбрали свой вуз благодаря президентскому статусу и качеству образования. Серьезные ребята. Мария Бучурлина и Алексей Дубровин представляют Чувашскую сельхозакадемию. Маша учится на ветеринарном факультете. Алексей – на экономическом. Им по плечу любое испытание. Всем привет! Это новый сезон проекта «Отличные студенты». В этом году в проекте участвуют 8 студентов из 4 вузов. Впереди яркая, бескомпромиссная борьба, и в некоторых испытаниях нашим участникам придется прыгнуть выше своей головы! Ребята, привет! Мы рады приветствовать вас на новом сезоне проекта «Отличные студенты». Впереди много испытаний, за которые вы будете получать баллы, которые в итоге суммируются, победит сильнейший, проиграет слабейший. Но об этом узнаем чуть позже. А сейчас самое первое спортивное состязание. Я передаю слово Михаилу, который расскажет о правилах техники безопасности и что нас ждет. Миша, тебе слово. Приветствую вас в батутном парке «Разгон». Самое основное правило батутного парка – прыгаем мы строго по одному на батуте. То есть каким бы большим батут ни был, прыгать можно строго по одному. По залу мы не бегаем. С батута на батут мы по залу не перепрыгиваем, чтобы не столкнуться ни с кем и не травмироваться во время прыжков. И когда будем прыгать в поролоновую яму, обязательно смотрим, чтобы ни на кого не упасть. И как в воду мы туда рыбкой не ныряем вниз и не закапываем. То есть прыгаем, вылезаем сразу же в сторону, чтобы смогли прыгать остальные ребята. Солдатика можно на попу, на живот, кувырки и сальто будем как раз с вами учиться делать. Главное не вниз головой, чтобы не застрять. О, ребята, вы готовы? Да! Вам удачи! Дайте пятюни! Мишань, давай за мной, что ты стоишь там? Разогреть мышцы перед батутами – обязательное дело. Хоть и выглядят прыжки как развлечения, на самом деле они требуют немалых усилий. Поэтому тут без хорошенькой разминки никуда. Тем более, что студентам предстоит пройти несколько испытаний подряд. Делаем наклоны вправо и влево. Так, еще разочек назад потянулись. Ноги ставим пошире немного. Тянемся вниз. Руками достаем до пола. И с места в карьер, то есть с батута в поролоновую яму. Первое испытание – сальто. Каждому участнику по 3 попытки. Из них оценивается лучшее. Баллы команды складываются. Ни разу не делала сальто на батутах, ни разу не прыгала на батутном парке. В общем, для меня это было открытие маленькое. Так, 4 балла. Дима! Вставай. Ну, 7 баллов я тебе поставлю. Садись, детка!
совсем. Да. Мы думали, что будет последнее. Мы прям шли уверенно, что будет все очень плохо. Оказалось, конкурсе. Все лучше, чем мы думали. Не спортсмены, а прыгают лучше остальных. Вот она, командная работа. Вроде каждый за себя, но старания складываются. Те же правила в прыгучем баскетболе или даджболе. У каждого будет 5 попыток. 5 раз забили, 5 очков заработали. И вот здесь победит та команда, которая набрала больше всех очков. На старт, внимание, начали. Давай, старайся подбадривать. Я понял, как это работает. А я нет. Давай, нет. Вручаю вам. Вообще ничего сложного. Я попал 5 из 5. 2 из 5. Но, не знаю, это в принципе... А я ее подвел просто. Сальто просто. Мы как-то взаимно друг друга подводим просто. Потом еще взаимно поругаемся. Потом помиримся. Потом помиримся. Завтра общаться не будем. Очень лелеем спортивными конкурсами и спортом, но то, что мы сделали, мы, пожалуй, остались рады. Мы делали для себя, для души, чтобы было весело и нам понравилось. Так, ребята, два этапа состязания уже позади. Следующим этапом у нас будет перетягивание каната. Я буду по очереди звать команды, которые будут состязаться друг с другом. То есть каждая команда два раза будет, получается, перетягивать канат. ЧГСХА против ЧГПУ. Так, приготовились. На старт. Внимание. Начали. Стоп. Так. В смысле? ЧГСХА выходит в финал. Так, ЧГПУ борется за третье место. Следующий раунд. Ранкикс против ЧГУ. Так, команда готова? Да. Так, приготовить на старт. Внимание, начали. Давай, тянемся. Тяните. Ничего себе. Еще немножко. Чуть-чуть. Давай, оттягивайте. Все. Так. Ранкикс выходит в финал. Раунд за третье место. ЧГУ против ЧГПУ. Так, приготовились. На старт. Внимание. Начали. Тяните. Давай. Еще немножко. Все. Отлично. ЧГПУ занимает третье место. Ну что ж, финал состязания. ЧГСХА против Ранкикса. Команда готова? Да. Приготовились на старт. Внимание, начали. Тяни. Так. Да вот ЧГСХА занимает первое место. Все дни здоровья, перетягивание каната в школе всегда. Я плюсую. У нас еще в академии недавно был конкурс «А ну-ка, парни», там на военную тематику, и там перетягивали. Во время тренировок, там, где я смешанными единоборствами занимался, там перетягивали. С канатом у меня хорошие отношения. И завершаю спортивную эстафету синхронные прыжки на батутах. За 10 минут студенты учат связку из трех элементов и пытаются синхронизировать свое выступление. 5, 6, 7, 8, 2, 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 3, поехали. Ну, блин, Рома! Давай быстрее, Рома, построили. Насчет швей. Да. 1, 2, 3. Ладно. 7 баллов.
было синхронно выполнять элементы. Чебуковое это не принято просто. Синхрон. Синхрон это вообще не наш. Ни в танцах, ни в песнях, нигде. Ну давай на три. На четыре, да. На четыре? Да. Раз, два, три, четыре. Конкурс на синхронность. У нас прям 10 из 10. Мы просто чувствуем друг друга. Это любовь. Какая команда. Ну что ж, состязания прошли. Баллы поставлены. Места я уже распределил по командам. Хочу сказать, что вот каждая команда отличилась в отдельных состязаниях. Допустим, вот даджбол, ЧГСХ, Ранхикс хорошо позабивали. Особенно девочки позабивали. Допустим, прыжки в яму, ЧГПУ больше всех баллов набрали. Молодцы. Да, там перетягивание канатов, там, ну, как бы понятно, да, да. Академия вне конкуренции. И синхронные прыжки. Здесь, конечно же, отличились Ранхикс. Прям 10 баллов поставил максимальное количество. По итогам 4 испытаний самой спортивной показала себя команда студентов из Ранхикс. Второе место разделили ЧГПУ и ЧГСХ. На третьем – ЧГУ. Ребята, ну что, поздравляю, классно себя проявили и показали силу мышц. Теперь пришло время показать силу интеллекта. Кто умнее, мальчики или девочки? Мальчики, конечно же. Девочки. Пацана, извини. В смысле? Я тебе этого никогда не... Мы умнее всех мальчиков и девочек. Потому что мы кто? Мы муспед. Какой у вас IQ? 110. 105, наверное. Не знаю. То есть девочки умнее? Да. Пусть так думает. Где спрятали шпаргалку? В любых джинсах есть такой маленький кармашек. Что? Никто не знает. Он просто никто не знает, для чего этот кармашек предназначен. Ты подставщик. Ну ладно. Надо было показывать в голове. За счет чего вы сегодня хотите выиграть? Обаяние, ум, привлекательность, юмор. В общем, все. Точку. Ребят, что такое квиз, плиз? Это интеллектуальный конкурс. Сегодня узнаем. Вот тут какие-то листочки раздали нам. Еще другие листочки раздали. Наверное, что-то писать надо. Если проиграем, то пойдем пешком. Слово «не воробей», а квиз расставит команды по местам от 4 до 1. Раундов, чтобы выявить умных сообразительных, будет всего 3 вместо обычных 7 для квиз-плиза. Так что студентам придется активно поднапрячь извилины. Первый раунд. Разминка для везучих. Квиз-плиз! Ну и давайте первый вопрос. Кто кусал, как волчица, неряху из мой до дыра? А. Полотенце. Б. Кадушка. В. Мыло. Г. Мочалка. Про мой до дыра такой сложный вопрос. Для меня он был простой. Я сказала полотенце, он мне не поверил. Это шутка, шутка. В каком городе сейчас на час позже, чем в Чебоксарах? А. Дубай. Б. Кейптаун. В. Рига. Г. Балашиха. Самый тяжелый вопрос, ну, по моему мнению, был связан с кулинарией. Там была введена картинка, что из этого можно приготовить. Я увидел помидоры и сразу подумал про гаспачо. Не знаю почему, но гаспачо у меня ассоциируется с помидорами. Мы подбираем вопросы так, чтобы было интересно всем. Это не просто какие-то заумные вопросы на какие-то энциклопедические знания. Там есть вопросы с какими-то приколами. Могут быть вопросы на мемы, на, не знаю, на покемонов, там, про покемонов, про мебель. Есть раунды с вопросами чисто на логику. Есть раунд, например, хардкор, где вопросы наподобие вопросов из «что, где, когда». В одной из передач своей игры Илья Тальянский, желая, по его собственным словам, польстить гостья, предположил, что она родилась в Санкт-Петербурге, а не где. Ну, разумеется, в Ленинграде. Какие три слова, согласно шутке, чаще всего встречаются в надписях по всему миру? Made in China.
самый легкий вопрос. Я думаю, это про фамилию. Да, для нас это был самый легкий вопрос. Во втором раунде про женский спорт. То, что надо постоянно менять. Это фамилии, конечно. Надо вот мы такие. Надо запоминать новое. Да. Вот это фамилия. А на остальное мы не ответили. Третий раунд. Стоп, снято. Квиз! Плиз! Как назывался альбом, на котором была эта песня? Из какого сериала саундтрек? Остановите это безумие. Какой-то сериал может быть. Назовите исполнителя. Не думай на секунды свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Из какого балета произведение? Потому что вместо того, чтобы думать, из какого это балета, я начал рассуждать, что будет, если я сейчас отвечу неправильно со мной, потому что... Два по истории музыки. Да, вот. Квиз Чебоксаров существует уже почти год, около года, в мае нам исполнится один год. За это время мы доросли до 2 игр в неделю, и команда регистрируется на сайте, и зачастую создается такая ситуация, что места забронированы уже за неделю до игры. Три интеллектуальных раунда позади. Жюри подсчитывает баллы и готовится озвучить итоги и назвать самую умную и сообразительную команду телепроекта. Сегодня у нас занимает команда под названием «Чебурашки Рокист». Два вторых места, ребята! Давайте, с кого начнем? С педагогов, ребята! Вам достается сертификат на 6 персон, которые могут прийти на одну из следующих игр «Квиз Приз». Молодцы! Третье место в рамках нашей специальной игры, в рамках телепроекта «Отличные студенты» занимает команда ЧСХА! Третье место команда ЧСХА! Если проиграем, то пойдем пешком. На улице закат, мы красиво. Закат. Пойдем пешком, несмотря на взрывы. На такси. Нет, я пойду пешком. По итогам двух конкурсов самая спортивная команда студентов РанХиГС, самая интеллектуальная учится в ЧГУ. Борьба только началась, впереди еще масса испытаний. Увидимся ровно через неделю.